Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня с пацаны новое видео. В этом видео я вам расскажу, почему не выходили месяц видосы. Кто не в курсе, пацаны, мой канал взломали. Его взломали полностью, и я не мог на него зайти. То есть, отвязали почту, отвязали все, что можно было, и канал принадлежал не мне. Но перед началом видео хочу вам сказать, пацаны, вам большое спасибо. Всем, кто меня поддерживал, просто вы лучшие, потому что... Если не ваша поддержка, я, скорее всего, бы ушел там в какую-то депрессию, либо просто бы забил бы на YouTube и вообще никак бы не пытался там вернуть свой канал, либо еще что-то делать. Получается, мне написал некий человек, который решил заказать у меня рекламу. Программа называется ClientMaster. Не та, что для телефона, а типа та, что для компьютера. И он сказал, скачай вот это приложение, и мы сможем смотреть, сколько людей скачало по твоей ссылке наше приложение. То есть, они хотели заказать рекламу. В начале видео. Я согласился, скачал их программу. В итоге мне антивирус не давал ее как бы установить. Я думал, ладно, отключил антивирус и в итоге установил эту программу. Но ничего не произошло. Просто покрутилось там немножко что-то и все. Ничего не произошло. Я написал этому человеку то, что вот ничего не произошло, типа не работает. Он мне ничего не ответил, но прочитал мое сообщение. Я забил хер, короче, играл в КРМП, и тут спустя некоторое время приходит оповещение на телефон, то, что мой канал взломали. Я просто был в шоке, я не знал, что делать. Я менял пароли каждые просто 5 минут. Я очень не хотел потерять канал. Но в итоге все-таки я его потерял, отвязали мою почту, просто все отвязали, и я остался без канала. Я не знал, что делать. В первую очередь я написал в техподдержку о том, что взломали мой канал. Они мне ответили, сказали, что все это проверят. В итоге, спустя месяц, подтвердилось то, что мой канал взломали. И мне в итоге, спустя еще неделю, вернули канал. Как вы можете заметить, мне вернули его именно сегодня, когда я снимаю это видео. А это видео я снимаю 20 сентября. Когда оно выйдет, я не знаю, но, скорее всего, 20 сентября оно и выйдет. Мне, кстати, пришлось еще заплатить 1000 рублей, потому что мне пришлось поменять винду. Как вообще взломали мой канал, пацаны? Им не пришли там логин и пароль от моего канала. Получается, я скачал ихнюю программу, там был вирус. Троян, по-моему, он называется. И с помощью этого вируса они на расстоянии управляют моим компьютером. То есть, я был авторизован в Ютубе, ВКонтакте. И как бы они не взламывали мой канал. Они просто сами взяли через мой компьютер, отвязали почту и забрали себе канал. Также они взломали мой ВК, они там рассылали в группе всякую херню, типа можно получить бесплатно деньги, там какая-то ссылка была, скорее всего это тоже был вирус, но надеюсь, никто от этого не пострадал. Я реально очень доволен, что мне вернули канал и буду стараться для вас снимать видосики. Я думаю, это видео по-любому должно быть на канале, потому что, чтобы вы знали, почему не было видео и вообще знали, что мой канал был взломан. Некоторые писали, что вот ты продал канал там и так далее. Пацаны, я бы этого никогда не сделал, хотя мне много раз предлагали там продать канал, но как бы этим я не занимался. Мне даже недавно писали продать канал, хотя он уже мне не принадлежал. И я все равно отказался. Понимаете, ну, для меня этот канал очень дорог. Вы понимаете, вы занимаетесь 5 лет ютубом, своим любимым делом, и тут просто вас берут, это забирают. Но я не расстроился, я все-таки собрался, писал в техподдержку и стримил на другом канале. На втором канале, кстати, ссылочка на него будет в описании, потому что я хочу развивать еще второй канал. То есть я буду снимать и на этот канал видосики, и развивать тот канал тоже. Так что ссылка на канал второй будет в описании, можете также подписаться. Пацаны, еще раз вам просто огромное спасибо всем, кто меня поддерживал, вы реально красавчики. Если бы не вы, я бы не знаю, что я делал. Я просто бы, наверное, забил бы хрен на канал и не пытался бы его вернуть. Я надеюсь, вы тоже за мной соскучились, потому что я за вами очень соскучился. Я реально очень хотел и ждал, чтобы мне вернули канал. Скорее всего, актив на канале упал, потому что, ну, месяц не выходили видеоролики, по-любому актив упал. Я вас прошу, пацаны, обязательно поставьте на это видео лайк и обратно подпишитесь на канал, если вы отписались. Давайте попробуем здесь набрать 300 лайков, чтобы максимальное количество людей увидело то, что я вернул свой канал. Потому что мне очень нужен сейчас ваш актив, пацаны. И я очень на вас надеюсь. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте на лайк, подписывайтесь обратно на канал. Канал теперь мой, видосики будут выходить.
по мазинку, по родине, поэтому подписываемся, ждем видосики и всем пока.